Ребят, сегодня интересная вещица попала к нам в руки. Очень интересно. Вот здесь вот такой вот набалдажник. Грань имеется, рисунок, цепь. И сюда вставлялась дрелевка. Для чего это орудие, ребята? Просьба написать. Интересная вещица. Может быть, кистень. Но эта вещица не старая. Я предполагаю, это 19 век, не ранее. Ну а сейчас, по нашей традиции, давайте разбираться по нашей находке. Вещь оказалась достаточно интересной и с историей. Кистень. Контактное гибкое суставочное холодное оружие. Ударно-раздробляющего действия. Представляет собой ударный груз. Костяную, металлическую или каменную гирю. Соединяющая гибким подвесом, цепью, ремнем или крепкой веревкой. С рукоятью преимущество деревянной. Историки утверждают, что появление кистени можно датировать 8 веком, использовавшись кочевниками Восточной Европы, тюрками. А на Руси кистень появился в X веке, вплоть до 20 века находил свое применение. В Московском государстве кистень был широко распространен военным и гражданским оружием. В Российской империи кистени, боевые цепи, сохранились в качестве оружия самообороны среди мирного населения и нападения среди грабителей. Были они и на вооружении мятежников, в частности применялись участниками Пугачевского восстания. Вы спросите, куда я клоню? А вот куда. Вашему вниманию демонстрирую экспонаты из музея, где представлены оружие Пугачевского бунта, где и фигурирует наш кистень. Форма ударного груза и цепи аналогична нашему кистеню, так что я был прав в датировке 18-19 век. Ну а сейчас давайте посмотрим, во сколько его оценивают. Вариантов немного, но что есть в продаже, оценивают в крупную сумму от 30 тысяч и выше. Вот такой экспонат пополнил мою коллекцию древнего оружия. На этом и все. Надеюсь, такой формат видео вам нравится. С вас лайк, репост и комментарий. До новых встреч, друзья. Пока.